И снова здравствуйте. Несмотря на этот комментарий, который оставил пользователь, где сказал, что больше просматривать не будет, я все равно хочу предупредить других пользователей от обмана. Обман, он есть повсюду и везде. В прошлом видео я показал именно вот коробочку и рассказал, что не стоит покупать зарядное устройство в таких коробочках. Это можно вот выбросить в помойку. И сегодня я шел по рынку и увидел вот такой замечательный кабель, где написан бренд Remax. Где написано все по-русски, кабель, где написано быстрая зарядка и дата. Здесь опять-таки у нас очень быстрая прям зарядка, все такое вот супер. Но здесь все снова по-русски, полная совместимость и всякая хренотень. Если вы увидите такой кабель, бегите с этого места, не оглядываясь, потому что ничего хорошего это не принесет. И я это увидел за 200 рублей. 200 рублей, это жесть. Начнем с того, что Remax производит свои кабели несколько в других коробках, и на каждом есть его обозначение. Это буква и цифры. Например, вот на этом RC044A, вот этот кабель RC095I, и на каждом есть голографическая наклейка, и здесь есть голографическая наклейка. Все-таки это будет оригинал. Да, это кое-какие кабели, не ахти какие. Я не хочу сказать, что они супер-пупер, но это кабели, которые будут работать, которые будут достаточно быстро заряжать. Вот этот интересный металлической коробки, наверное, требует отдельного разговора. Итак, быстрая зарядка и дата. Опять быстрая зарядка, все по-русски, все супер. Ну, давайте я на него посмотрю, что же тут может стоить 200 рублей. Достаточно поганенький пластик. Уже какой-то весь тут покоцанный, хотя кабель новый. Ладно, давайте его дальше посмотрим. Пахнет, пахнет. Не знаю, пахнет грибами, шампиньонами, свежими шампиньонами. После всех таких заявлений на коробке, конечно, хочется взять и протестировать. Тестировать буду на самом дешевом зарядном устройстве автомобильном с поддержкой QC3.0 однозначно тут есть. Я это проверял. И поддержкой порта USB, который держит 3 ампера. Тоже все проверено. Кстати говоря, устройство можно купить за 90 рублей на дату выхода видео. Это устройство реально, не надо ждать из Китая, пошел в магазин, купил. Но при определенных условиях. Ладно, поехали дальше смотреть. Значит, я для начала покажу, что действительно здесь есть 3 ампера, и напряжение не падает. Практически без просадки. Итак, 4,9 вольта и 3,1 ампера. Будем думать, что справляется. В принципе, да, справляется. Это вполне допустимые нормы. Холостой ход у нас 5 вольт. Подключаемся к кабелю. Использую я вот этот китайский переходник. Не совсем у него хорошие контакты. Я бы сказал, что они даже очень плохие. Меряем напряжение на выходе в холостом ходе. Есть небольшие погрешности, я их допускаю, потому что все не самого лучшего качества. Начиная от разъемов этого зарядного устройства, разъемов на этой плате и вообще этой платы и всего остального. Нагружаем. Пол ампера. Напряжение значительно просело. Нагружаем дальше. 1 ампер. Напряжение упало меньше 4 вольт. Это говорит, что ну все, ну в помойку, в помойку. 3,5 вольта, 1,5 ампера, жесть. Здесь 4,8. Нагружаем дальше. Все, нагрузка у меня выставлена на максимальное значение. Ток протекает в данный момент 2,15 ампера, и напряжение, конечно, никакое. Понятно, что вот при таком синтетическом тесте никакой аккумулятор у нас не заряется, потому что 100% зарядка лития у нас 4,2 вольта. Никогда это значение не будет достигнуто, однако не значит, что кабель не будет заряжать. Конечно, он когда-нибудь через 100 лет зарядит ваш iPhone. Какой можно вообще вывод сделать из этого? Не покупайте. Разъемы, конечно, греются, да, энергия у нас переходит в тепло, никакого заряда телефона тоже не будет. Бегите, бегите. Сейчас я достану из помойки
Бегите, если вы видите это, где написано по-русски, где нет обозначений, где нет названия кабеля буквенного и цифрового. Бегите, не оглядывайтесь. Теперь, пользуясь случаем, я хотел бы задать вопрос пользователям по магнитному кабелю. Смотрите, Хока, обычный магнитный кабель, ничего необычного. Рассматривать я его не буду. Я хочу задать вопрос вот такой. Для чего вот такой кабель с магнитным именно разъемом типа А? Вот этот тип A, давайте я распечатаю и покажу этот кабель. Ну, по ощущениям, очень даже неплохой кабель, да. Металлические разъемы, все вот здесь очень мягкие, все такое прочее. Но у него магнитный разъем USB. USB-A у него магнитный. Вот, собственно, в этом весь и вопрос. Для чего сделан именно такой? Все, всем всего доброго. Берегите свои денежки от наглых продаванов, которые не знают, что продают, и некачественные вещи. Всем всего доброго, пока.